Очень тяжелый матч получился не только для нас, но и для соперника. Было больше, наверное, борьбы, чем футбола. Не получилось креативной игры со стороны соперника, так и со стороны нас. Все-таки две команды, которые, я думаю, в дальнейшем в любом случае будут бороться за места. И я думаю, что обе команды хотели выиграть. Может, поэтому и не получилось игры. Насколько важный момент был в удалении? Справедливо ли оно, на ваш взгляд? И насколько оно повлияло на дальнейший характер матча? Ну, там вторая карточка. Я думаю, что это заслуженно было нарушение, потому что был срыв атаки. Поэтому, я думаю, тут сомнений никаких должно быть. Конечно, эта карточка могла повлиять как бы на игру, но не знаю почему. Все-таки не хватило и характера, наверное, и сил в дальнейшем, как бы, да. Вроде бы имели преимущество в игроках, но мы это преимущество не создали. Не хватало креатива сегодня в футболе. Крайние полузащитники недостаточно создавали моменты для того, чтобы можно там эти моменты реализовать. То есть